Сегодня я в Toyota Lexus. Сейчас посмотрим, что есть в наличии, какие цены на автомобили. Добрался я таки до Toyota. Часто вы спрашиваете, сделай. Ну, давайте посмотрим, что у них. В шоуруме пока ничего не вижу. Все пусто, как всегда. Сейчас пообщаемся с менеджерами. Вот сюда можно позвонить. Красивая. Открыто? Вот такая машина дизельная будет стоить от 4,5 до 5,5 миллионов драмов. Есть дизель, есть бензин. А бензин дороже намного? Нет? Классная машина вообще, интересная. Тут в ней все вообще есть, да? То есть и датчики там, и обгон, и все это, да? Удержание полосы есть? Так вот машина выглядит. И заказ на где-то середину августа, да, можно будет сделать? Оплата 50%, но 6 месяцев ее нельзя вывозить. По санкциям нельзя вывозить ее в Россию. Здесь на ней ездить можно. Что нормальная машина вообще. А дизельная это сколько лошадиных сил? 300? Вот 300 лошадиных сил. Она едет вообще? Едет, да. Это в честь 75. Это что такое, 70 лет? Да? 70 лет Toyota? Здорово. Вот такой вот автомобиль, друзья. Так, друзья, что получается с автомобилем? Значит, от 4,5 до 5,5 миллионов драмов. Машину можно будет заказать в середине августа. Приедет машина в октябре, в ноябре уже этого года. 6 месяцев вы не можете эту машину вывозить из Армении. То есть она должна быть оформлена на вас. Потому что Toyota – это дилер России. У России есть ограничения и санкции. Соответственно, купить машину можно, но выезжать на ней из Армении нельзя. Такая ситуация. По поводу оформления на компанию надо узнавать, чтобы директор, скорее всего, был не россиянин. У меня тут компания ИП. В общем, ситуация с машинами очень мне нравится. Цены в 2 раза ниже, чем в России на аналогичные автомобили. Ждем середину августа. Придем еще раз, посмотрим, какая ситуация. Toyota RAV4 нет. Toyota Camry только на следующий год, февраль-март. Toyota Corolla есть, но по цене пока тоже ничего не сказали. То есть автомобили, технические автомобили Toyota в настоящее время здесь, в Ереване, нет. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, оставайтесь с нами. Всем всего доброго, пока.